Было куплено на Амазоне две сумки. Вот такие вот круглые сумки для спорта. Они сделаны из скотч-зама. Ну, то бишь не промокают. Внутри большое отделение. Здесь тоже внутри большое отделение. И маленькое наружное. Написано «Челси». Я буду перекрашивать значки, делать свои. Посмотрим, как я решила это прикрепить. Вот здесь я прошила. Вот здесь у меня две длинные ленты. Вот такая вот длинная колбаса из сумок. Посмотрим, как оно крепится. Здесь у меня дожди. Здесь у меня шлем. По-моему, очень удобно.